Таракан и жуки. Назови большие. Название их. Вот это кто? Вот это Архимандрита тесселата. Еще раз по буквам. Архимандрита тесселата. Тесселата? Да. Угу. Да. Это самец и самка, да? Да. А что они так колются? Угу. У них же колючки, шипы. Так, а это? О, видишь, это Грамфодорина портентоза. Грамфодорина портентоза. Портентоза. Как переводится? Мадагаскарский шипящий таракан. Шипящий? Да. Но они мне еще не шипят. Не хотят. А как вот эти переводятся? Не знаю. Не помню. Но они тоже шипящие. И правда шипят? Ой, они убегают. Да, сними. Это ужас какой-то, да. Все равно все это... Противно. Противно, да. Он такой... Ай! Не надо! Они так нет. Крепко цепляются. Ага. Сейчас. Да. Плазма затылок будет целый. И снимай. Не хочет сейчас. Не хочет еще капризничать. Да. А, пошел гулять. Но они не бегают так быстро, как бегают, наши. Если их вот тыкнуть, они так бегают, знаешь. Ну, все равно они бегают. Так они вот. Еще скачут. Если их на руке им нравится ничего, им нравится укрытие. Покой. Они ночные, а что они? Ну да, и свет они не любят. А вот сейчас выключи свет на столе, никого не окажется, разбегутся тут. Ну они же быстрые, знаешь. И усы они чистят, все они. Ну понятно, вот он чистит. А их едят? Да всех их едят, сушат и едят. Ну, да. У меня слюнки. В основном личинок сушат. Да а вдруг они с паразитами? А вдруг? У них могут быть паразиты? Могут быть. Ну конечно, у всех паразиты. Как у всех. У улиток. А это что, ест? Нет. А, ест. Смотри. Дай-ка вот отсюда сниму. Отсюда, с этой точки. Это усы чистит. Ну смотри, что с ним. Спит. Как прикольно. Угу. А вот все стоит. Тоже чистит усы. А кто беременна из них? Вот это вот, наверное. Ну, не точно. Может, она и ну, это ты предполагаешь просто. Ну, там ничего не торчит. Ну, нельзя определить. Она не может торчать. Она у них. Нет, она бывает, что вытаскивается, торчит. Но она только в своем спокойном состоянии торчит. Что, она дура, что ли, ходить с ней? Смотри. А что? Усы чистит усики, да. И спит. И этот чистит усы. А давай на эту вот. Она, они же, они еще даже кверх ногами. Нет, он ногу себе ногу чистит. А, больную? Здоровую. А, здоровую, да. Больную он не может тянуться, наверное. Вывернуть. Лёв, не трогай, не надо. Не надо. Не трогай лишний раз. Он набирает смелости. Он же... А, ну да. Он же боится. Они скользкие. Они скользкие. Ну ты их разделила? Нет, они пока что в этой коробке. Смотри, как крылья распушила. Видите? Угу. А он бывает так, что он возьмет и поднимет их. Да? Просто возьмет и поднимет их. И так будет.
Не могу чистить. Чистил ли? Совсем не заснули. Это тоже чистит, перебирает усы. Интересно? Какие страхолюки. Ну ладно, мы потом снимем второе видео, когда у них дети появятся. Ну, не факт, ну да. Да что же не факт? Это тоже толстый, ну он самец же. А как ты их различаешь? Ты уже научился их различать? Ну вот этих понятно. А, ну рога-то понятно, рога, у них рога, и да. И вот такой последний сегмент совсем маленький. Вот а у женщины? У нее нет рогов, и он, видишь, последний объединен такой толстый. А. И у этих то же самое. То же самое, да? Но без рогов. То есть по последнему сегменту, да? Да. Ему вообще не больно. Они могут кусаться, если голодные. Знаешь, как будто тебя пощипывают. Вообще не больно. Улитки больнее кусаются. Улитки больнее кусаются? Очень больно кусаются. Вот эти особенно хищные больно кусаются.